Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах образования колтунов у собак. Колтуны – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы длинношерстных и жесткошерстных пород лающих. Они могут свидетельствовать как о недостатке ухода за собакой, так и о его избытке. Иногда колтуны являются признаком каких-либо нарушений в организме питомца. Почему шерсть собаки может сваливаться в комки? Из-за чего так происходит? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные причины образования колтунов у собак. Неправильный уход – первая причина. Если у вашей собаки длинная густая шерсть и после мытья вы не сушите ее феном, не удивляйтесь, что у вашего питомца образуются колтуны. Сваливаться в комки шерсть будет и при отсутствии регулярных вычесываний и купаний. Для поддержания шерсти лающих в хорошем состоянии важно соблюдать все положенные уходовые процедуры. То есть регулярно расчесывать, купать питомца, водить грумеру и после мытья собаки в обязательном порядке использовать фен. Очень часто колтуны возникают в результате того, что хозяин слишком усердно трет собаку во время мытья. Под механическим воздействием отмершие волоски шерсти выпадают, и тщательное мытье собаки только запутывает их. Помните о том, что все хорошо в меру. Избыток ухода, ровно как и недостаток, может навредить лающему другу. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Одежда для собак – третья самая распространенная причина образования колтунов у лающих. Очень часто колтуны возникают в местах соприкосновения тела животного и швов изделия. Чтобы избежать подобной проблемы, старайтесь одевать свою собаку в изделие с подкладкой из скользящей ткани. Блохи и клещи – еще одна причина. Если у вашей собаки не только колтуны, но и перхоть, зуд, возможно, она страдает от перечисленных паразитов. Вылечить животное в этом случае поможет ветеринарный врач. Стресс – пятая причина. Если ваша собака недавно перенесла серьезное потрясение, например, переезд или появление нового человека в доме, у нее вполне могут появиться проблемы с шерстью. И решать их нужно не только уходовыми процедурами, но и сеансами с зоопсихологом. Гормональные нарушения, нарушение обмена веществ – еще одна причина образования колтунов. Как правило, в этом случае лающий друг не только страдает от проблем с шерстью, но и имеет вялый вид и отказывается от еды. Колтуны не только портят настроение владельцу, но и доставляют серьезные неудобства самой собаке. Ухаживайте за вашим питомцем правильно, следите за его самочувствием и не одевайте собаку в одежду из грубых тканей. Тогда колтуны не будут грозить вашему лающему другу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!